С Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравил глава городского округа. Владимир Ужицкий вручил подарки и пообщался с героями страны. Подробности смотрите в нашем сюжете. Здравия желаю, Анатолий Михеевич. Самое доброе вам пожелание. Глава городского округа приветствует Анатолия Зинина. Юношей он попал на фронт, в зенитные войска. В 1944 году сразу отправили в Польшу. Там Анатолий Михеевич встретил победу. Демобилизовали фронтовика только в 1951 году. В Кракове, а в Польше была вся разгрузка войск. Так что нам пришлось там остановиться. Весь полк распределили по точкам. А вот 5 батарей. Сразу после службы приехал со своей женой в Люберцы. Здесь у них родились дети, внуки и правнуки. По соседству с Анатолием Михеевичем живет другой ветеран Великой Отечественной – Владимир Мещанин. К нему тоже зашел глава городского округа. Если кто-то видит, что рядышком проживает ветеран, есть какие-то проблемы, есть какие-то вопросы, значит, звоните, пишите, потому что мы должны наших ветеранов окружить вниманием, заботой. И чтобы они понимали, что они нужны, они востребованы, это продлит их жизнь. Подарки ветеранам вручили не только от администрации Люберец, но и от местного отделения партии «Единая Россия». Айтас Щерагова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.